Это вот смотрите, какое растение, как елочка такая, кустарники елочные. Это кафе. А вот это что? Это кафе «Маяк». Мы сейчас находимся на набережной в Лазаревском. Да. Это улица Янтарная. Время 8 утра. Такие вот хвойные кустарники, очень красивые. Море бушует. Ночью, наверное, был шторм. Конечно, волны огромные, прохладно. Вот такая осень, бархатный сезон. Раннее утро, людей никого, все еще отдыхают, если кто-то остался. Отдыхающих, конечно, уже мало в сентябре, в конце сентября уже многие разъехались, потому что погода нестабильная, то тепло, то холодно. Все еще закрыто. Вот солнышко только что начинает. Это вот кафе «Романтика» у Черного моря. Ресторан «Челентано», кафе-бар. Вот солнышко поднимается все выше и выше. Может быть, сейчас и потеплее. Потому что, конечно, сейчас 15 градусов. Никто не купается. И холодно, и волны. Все уже собирают, убирают, уже все. В этом году прям рано собираются.
всем большой привет! Хотим сделать обзор нашего трехместного номера в отеле в Лазаревском, который мы снимали. Это вот прихожая. В прихожей стоит шкаф для одежды, есть вешалки, полочки. Также выдают полотенца. Есть теплое одеяло. Также маленький холодильник, чайник. Это вот непосредственно сама комната. Имеется большая кровать. Еще одна кровать и дополнительное место. Ну, если оно как бы необходимо вам. Два кресла, столик, кружечки, можно пить кофе. Вот такое панорамное окно. Вид на горы, на железную дорогу. Сплит-система, два светильника, две тумбочки прикроватные. Зеркало, телевизор, большой просторный номер. Нам было комфортно, уютно в нем находиться. Да, сынок? Тебе понравилось? Да. Здесь можно сушить белье. Имеется коврик, на полу плитка. Вход в номер также по карточкам. Это ванная комната, душевая, унитаз, большая раковина, зеркало. Имеется фен. Также выдают полотенце. Душевая комната просторная. Большой, уютный, светлый номер. Нам все очень понравилось. Также есть меню. Столовая вкусняшка. Блюда к завтраку, салаты, первые блюда, гарниры, вторые блюда, напитки, десерты. Вот такой номер. Всем большое спасибо за просмотр. За это должны поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видосики. Всем пока-пока! Всем пока! Спасибо за просмотр! Да! Приезжайте отдыхать в Лазаревское! Пока! Пока!